Первая в этом году сессия городского совета стала скандальной. Местная власть во главе с Геннадием Трухановым отказалась признать свою ответственность за незаконное строительство в прибрежной зоне. Важнейший вопрос повестки дня – обращение к президенту относительно осуществления им права законодательной инициативы по вопросам делегирования органам местного самоуправления полномочий по введению моратория на застройку отдельных территорий. Проще говоря, мэрия хочет получить право запрещать строительство. Напомнить городскому главе о проблеме незаконных строек и его ответственности пришла группа общественников, в том числе жители прибрежных территорий. Геннадий Труханов сразу же нашел способ избавиться от неудобных вопросов. Вносить предложение. Выступать на сессии городского совета могут исключительно депутаты. Депутаты городского совета. Понятно, городскому начальству невыгодно, чтобы мнение недовольных одесситов было высказано в прямой трансляции на весь город. При обсуждении проекта обращения к президенту городской глава пытался представить себя и свою команду бессильными и невинными наблюдателями строительного разгула. Были распроданы и собственность коммунальная вдоль побережья, практически вся. Проданы и потом отведены участки, которые перешли в частную собственность. В этом мэрия видит оправдание своего непротивления строительному беспределу. Такое выступление городского головы, естественно, вызвало критику оппозиции. Масса согласований на строительство наших склонов осуществляются в Киеве. Но, тем не менее, основание для получения этих согласований выдает наше профильное управление архитектуры. То есть место будивные обмежения и ограничения выдаем мы, собственно, что и является основанием для получения дальше в Киеве каких-то согласований, обходя наши структурные подразделения. Претензии мэру высказала и Ольга Квасницкая. Перед сессией она решила выйти из фракции «Самопомощь» и теперь выступает как независимый депутат. Громада від нас чекала не такого решения. Громада від нас чекала політичного рішення від вас, як міського голови, з приводу тимчасового мораторію, тимчасової заборони на прибережній смузі в рекреаційних зонах. Чому чекала? Тому що ми всі з вами бачимо, що відбувається з забудовою. Ми, крім того, з вами розуміємо, що законом, земельним кодексом, водним кодексом, навіть законом про містобудівну діяльність передбачається така можливість, тому що, я маю на увазі, ми можемо використати цю можливість, тому що у нас з вами є розуміння, що ці території мають спеціальний статус і спеціальний режим господарювання. Це визначено в законі і є там певні заборони. Геннадій Труханов відповів своїй звичайній манері, тобто почав хамити жінці. З юридичної точки зору абсолютно безграмотний спіч депутата, который, кстати, еще и преподает в юридическом вузе. Сам гражданин Труханов – инженер по ремонту и эксплуатации автомобильной техники, окончил Одесское военное училище и никак не может судить о профессионализме доцента Национального университета Одесская юридическая академия. Не его это уровень. Не нужно говорить о моих знаниях юридических норм. Я их прекрасно знаю, и мои студенты знают, как я преподаю. Я здесь хочу сказать, что этот проект не показывает, что вы можете сделать, а он показывает о нашем бездействии. Давайте начнем корректно относиться друг к другу и к тому, что каждый из нас делает. Благодарю. Ольга Алексеевна, вот вы что не фраза у вас, что не фраза, то что не фраза. Вот те люди, которые хлопают, я вас приглашаю. Я просто прошу вас прекратить унижать нас здесь. Мы устали от этих постоянных унижений. Я к вам очень уважительно отношусь. Если вы устали, отдохните. Такого не позволяли себе другие мэры Одессы. И только один из депутатов напомнил гражданину Труханову о правилах поведения. Я знаю, что вы действительно такой вот, позиционируете себя таким, являетесь мужчиной, капитаном, офицером. У меня есть личная просьба, у меня с, скажем так, мы все коллеги, я не всегда согласен с мнением госпожи Квасницкой, даже часто очень не согласен, но мне кажется, все-таки нужно более корректно, причем потому что вы коснулись уже каких-то ее профессиональных качеств, я думаю, что это не стоит делать, извините, что я вам делаю замечание, но я все-таки вынужден. Обращение к президенту сессия приняла, но глава государства, да и все одесситы могут спросить у мэра, если, по его мнению, землю разворовывали, что мешало городскому совету в течение 5 лет оспорить права собственности на земельные участки в суде. О проблеме незаконного строительства мэрия вспомнила именно сейчас, перед местными выборами. При обсуждении бюджета возник вопрос о состоянии домов памятников архитектуры. И тут наш
городской голова тоже развел руками. Вдруг через 5 лет нахождения у власти оказалось, что и на это у него нет полномочий. И охранные грамоты, и охранные договора, которые заключаются, и вообще учет, перечень всех памятников архитектуры находится в областном управлении. В областном управлении. Мы даже не знаем, что они делают. Это действительно ворох проблем, который накопился, и я думаю, что в ближайшее время, к сожалению большому, разрешить его нам не удастся. Но если мы сами ничего не будем делать, тогда, в общем-то, в какой-то момент окажется, что мы... окажемся в руинах. Не удалось городскому совету навести порядок на побережье и сохранить парки. Нужно, чтобы у нас было эффективное предприятие. Эффективное. А сегодня парки Одессы, ну, вот, вроде бы оно и есть с 10 сотрудниками. Вроде бы оно и надо. А вроде ничего не произойдет, если его не будет. Поэтому либо оно будет эффективным, либо давайте предложения какие-то закрывать это предприятие. То же самое КП «Побережье Одессы». Есть «Побережье Одессы», и все, в принципе, апеллируют туда. Думают, вот это же «Побережье Одессы», в принципе. Но когда начнут разбираться люди, понимать, какие полномочия. Инженерная защита – свои объекты. Парк-сервис – свои объекты. Торговля – свои объекты. Зелентрест – свои объекты. Но при этом есть «Побережье», которое, в принципе, за все волнуется, но ничего сделать не может, ничего не отвечает. За что же отвечает наша городская власть и чем занимается? Запретить незаконное строительство и ремонтировать памятники не может. Организовать работу на побережье и в парках не способна. Скоро у одесситов будет очередная возможность оценить качество команды Геннадия Труханова на местных выборах. Александр Виноградов, Альберт Наумов, телекомпания «Круг».